Зимняя вечерняя паланга. Звонят колокола паланского костела, созывая на богослужение. Я нахожусь на улице Кретингас, названной так, потому что она ведет в расположенный недалеко отсюда город Кретингу. Город, расположенный в 12 километрах отсюда. Когда-то сюда приезжали поезда из Москвы и доезжали до Кретинги. В Паланге вокзала нету. Приезжали в Кретингу. Отсюда ехали на автобусе. Был такой поезд Москва-Калининград. Он шел целые сутки. Через всю Литву. Вот в этом домике я когда-то жил здесь. Прожил здесь прекрасную погоду. 97-й год. В августе месяце была такая жара, чудная погода. Это в маленьком зеленом домике, даже не верится. Но было это 20 лет назад. Вот такая она, зимняя паланга. Никогда даже в детстве не думал, что мне доведется в это время сюда приехать. Но такие места, они всегда прекрасно по-своему.